еще одна новость от силовиков. На территории Приволжского федерального округа сосредоточена самая большая группировка войск Национальной гвардии. Сегодня они обладают всем необходимым для оперативного решения задач – транспортной авиацией, армейскими вертолетами и силами спецназа. Часть группировки расположена в Чувашии. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев и командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии России Александр Порядин обсудили ряд вопросов. На территории Чувашской республики имеются ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и воинская часть. Главное, чтобы очередной этап формирования войск шел планомерно, считает командующий Приволжским округом войск Нацгвардии. Сейчас мы вступили в второй этап. Перевод сотрудников СОБР, ОМОНа, авиационных подразделений от линии МВД, которые к нам пришли, на статус военнослужащих. Принимаем все силы и средства для того, чтобы это было тоже безболезненно, чтобы сотрудники нашли понимание, что, перейдя на статус военнослужащих, они не потеряли ни денежное содержание, ни свой статус бывший, и не были ущемлены. Вот сегодня я повстречался с личным составом ОМОНа, провел с ним беседу. Самое главное, ведь, чтобы социальной напряженности не было у этих людей. Михаил Игнатьев, Александр Порядин обсудили и вопросы охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности.